Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Начинаем играть Call of Duty Warface. Как-то так она называется. Так, новая игра. Автоматически сохраняется, понятно. Потому что в прошлый раз мы играли. Ух ты! Что-то про космос было. А здесь. Мы приходим в этот мир с закрытыми глазами. Нечто похожее. И многие всю жизнь так и живут. Мы слепо идем за любым вождем, лишь бы нам дали шанс наполнить свою жизнь смыслом. Для меня это был десант. Полгода назад мы с моим лучшим другом Уиллом стали солдатами. Мы оказались на другом конце света, в Южной Корее. Братья по оружию. Нам часто приходилось туго, но я всегда знал, что могу на него рассчитывать. Господи. Веселей, Митчелл. Все не так уж плохо. Ну ничего, сейчас начнется. Что за амуниция у них? Сюда и пришли. Ну, мой отец был морпехом, так что у меня особого выбора не было. Вот как. Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ага. Ну, дальше уже некуда. Династия, значит. Слушайте, у нас приказ проникнуть на Эпсилон. Быстро и грубо, как мы вас учили. Во всем разобрались. Все знают, куда идти. На Эпсилон. Все готовы? Ну, поехали. Опять Митчелл, по планетам бегать. Вперед. Работаем. Северные корейцы напали на Сеул. Мы сумели дать им отпор. Это было не задание. Это было посвящение. Было всего ли? Да, там действительно интересно и красиво. Особенно рядом с торговым центром, этим башней-то. Метро у них огромное под ними. Эти, кто они там, мармеладки гигантские, эти скульптуры. Да, плохо было бы, если бы действительно какое-то нападение было. Так, боевое крещение, Сеул, Южная Корея. Тип скелета, штурмовой, усиленные прыжки, а у акустика. Что там еще было? Не успел прочитать. Барсук 01 на связи. Ну давай. Что ты мне расскажешь? Тоже много болтовни будет, как в прошлом видео. Держитесь, парни. А вот. Поехали. Call of Duty Warface, говорит, Advanta. Advanta Warface. А то прошлая игра как фильм был. Поэтому даже не комментировал. Шел только по сюжетке, без всяких дополнительных заданий. Сейчас глянем, что здесь нам игра преподносит. Эй! Увидимся там! Что-то я не понял, мы голову вниз летим, что ли? Космонавт, зона снижения под мощным обстрелом. А почему головой вниз-то? Что, по смерти увидели? Держись! Митчелл, закрой бронещиты! Давай, Митчелл, быстро! Давай! Митчелл, давай! Бронещиты. Что вы без меня делали? Меняю точку сброса. А, понятно, как это дело выглядит. Камера снизу. Ну, что-то не мягкая посадка была, конечно. Никакого торможения я не заметил. Ты как, цел? Да с чего бы? Митчелл, к двери. В теории мы должны быть плоские, как ленточный червь. Ну, давай, открывай. Ага. Ну, я так думаю, раз это будущее, тут двойной прыжок также должен существовать. А иначе какого бы мы так высоко бы находились? Вас понял.
Группа, не спать! Ой-ой-ой. Черт. Так, нам надо оказаться внизу на земле и связаться с подрывником один. Понял, сэр. Контакт, контакт. Чисто. Так, а что еще есть? Я даже не знаю, что такое. С этой стороны есть место для высадки. Свободная площадка. Придется прыгать. Всем приготовить бустеры. Не забудьте. Так, вот это. Снижение короткими выбросами. Так, нажми, чтобы активировать систему приземления. А, вот что такое. КП должен быть впереди. Она сама-то восполняется, эта штука. А, смотрите, восполнилась со временем. Значит, высоко могу прыгнуть. Ой, тут что-то с роботами должно быть связано. Тяжелый бой должен быть. А вы кто еще такие? Группа Барсук 227. Оказываем поддержку подрывнику 1. Они уже идут. Думал, что вас всех ухлопали. Где они? Два клика к северо-западу, квадрат 775. Хорошо, выступаем. Ну, пойдем. Что случилось? Тихо. Давайте посмотрим. Оружие, да? Надо собрать. Не понял, ты что, щит сделал? Кто-нибудь залезьте на эту турель! Ой-ой-ой! Дай! Не подпускай к нам дроны! Нужно время, чтобы зарядить теми! Чем-то... Галактику на Денде напоминает. Заряд ЭМИ 50%! Ага. ЭМИ заряд полный! Огонь! Отличная. Нормально. Работа, боец. Не сомневался, что у меня-то она отличная. Давай. Но без проблем. Давай. Ой-ой-ой. Да мы это проходили. В прошлой игре подобное было. Только там роботы были. Да. Да откуда? Да.
Переждем. Останавливай дыхание, давай. Все? Давай. Да нет, пока у меня боеприпасы-то не кончились. Следую. Надо перебраться на ту сторону. Готовьте бустеры. Живем только раз. Митчелл пошел. Что-то не понял. Как я это должен был? Чем проще, тем лучше, а? Митчелл, весь город разнесли. Хорош языком трепать. Пошли. А, вот так вот, все понял, как это действует. Какие-то информации нет, не собираем. Установка Хейвок прямо по курсу. Это наша цель. Мы должны найти наших подрывников. Они уничтожили целую улицу. Ракеты Хавок. Северные корейцы разносят основные дороги. Торговый район. Нам надо как-то обойти этот провал. Подрывник один, это Барсук 01. Вы там? Прием! А я куда надо-то было? Подрывник один, это Барсук 01. Вы там? Прием! Не понимаю. А, все. Как можно поди. Подрывник один, это Барсук 01. Вы там? Прием! Так можно было шлепнуться-то. Без всяких этих. Вас понял. Принимаем. Закидывай. Будем через 15 минут. Понял. Поторопитесь, Барсук. Дроны! Кто еще? Что-то вас много, ребят. Чисто. Реально много. С чего бы у вас так? Через вагон. Давай. Чтобы сменить. Ага. Ну ладно. Они пускают дым. Снижай сенсорную гранату. Чисто. Так. Так-то неплохое оборудование. Вот дерьмо. Эти твари всех убили. Не отвлекайся. Мы им уже не поможем. Почему они в каждой игре убивают столько мирных жителей? Их что, привлекает это? Куда палишь? Тут свои! Назовите себя! Спасатели из Атласа. Идем, важная персона. Как у нас дела на юге? Давай в восточный туннель. Вас понял. Вперед, удачи. За мной. И у этих тоже какой-то склет. Уилл, это не твоего отца компания? Да, у них лучше... Игра вышла гораздо позже. Я хотел служить своей стране, а не своему папе. Хорош, вот так. Прикрываю тебя!
Это наш. Подожди, подожди, откуда стреляют? Блин, вон он стоял за столом, блин, я его не видел. Ой, далеко, далеко мы. Мне хорошее снаряжение, платят отлично. Почему ты сам не завербовался? Я хотел служить своей стране, а не своему. Тихо. Да чё меня никто не прикрыл-то, блин? Чё за уроды-то такие у меня, напарники-то? Это не боеваться, компания? Да, мне хорошее снаряжение, платят отлично. Почему ты сам не завербовался? Я хотел служить своей стране. Ну? Где ты? Ой-ой-ой. Так. Вас, конечно, хреново видно, но я вас видел. Ну, там еще выше можно. Да тихо ты, дурачок. Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Я так понимаю, когда пока сенсорный, можно стрелять и стрелять по ним. Зачем-то спрятались. Ну, взял. Давай немножко, немножечко, немножечко осталось. Ну ничего, дробовик ты хороший поднял. Нравится. Вперед, вперед. Нам нужно найти подрывников. Митчелл. Ну-ка, что такое? Так, это что-то подствольный. Ага. И что мне здесь делать? Там пусковая установка Хавок. Подрывники должны быть рядом. Вон там! Черт! Убитые! Так. Да. А бомба у них. Я вижу их взрыв пакеты.
Мы сможем справиться сами. Сэр, мы не подрывники. Нет, мы не подрывники. Но если мы будем ждать следующую команду подрывников, пусковая установка успеет сменить позицию. Я заберу заряды, сэр. Просто прикройте меня. Уверен вы? Да, я справлюсь. Хорошо. Митчелл, пойдешь с Айронсом. Возьми эту хрень. Давай. Тебя прикроем. Снайперов вроде нету, но народу все равно до хрена. Так, ну пойдем. Это что? Вау. Где заряды? Какие? Взял. Вас понял, сэр. Митчелл, за мной. Давай докажем, что эти ребята умерли не просто так. Не. Не. Давай, я не знаю, что такое. Давай. Да. Вроде неплохо подбил. Что осталось? Кто? Давай. Митчелл, сюда. Иду, иду. Держи взрывчатку. Заряды. Господи. Я побежал. Черт. Я сломал руку. Не-не, пока-пока. Как больно. Ну, тяни. Пока-пока. Черт. На таймер забей. Еще раз! Дергай! Ну? Мы взлетаем! Уходи быстро! Митчелл! Нет времени! Да я и не спорю! Двигай. Я сам хочу свалить! Порядок! Там увидимся! Чё за... А руку ему не отстрелить было? А как просто как вариант... Отхреначили бы ему руку. И все. И спас бы его. Ну, без руки, конечно, был бы, может, когда механическая была бы. Крюк бы на конце концов бы себе поставил. Барсук 2 ранен. Эвакуация. Держись. Что? Что ты? Не уходи. Да я никуда не собираюсь. Куда я уйду-то? Без вас. Вы же без меня ни хрена не можете. Ты скоро будешь дома. Не, я так вот. Дома. Ого, рука. Подожди, это моя рука? Это моя рука. Здорово.
Значит, это у меня крюк. Так, улучшение F2. Следующее задание Enter. Так, улучшение. Ну, давайте посмотрим. Вход. А что у нас? Отдача. Перезарядка. Батарея. Чего батарея? Я увеличиваю использование экзоспособности на 1. Так, летально увеличивает количество летательных гранат. Снижает урон от взрыва. Бег. Бег. Батарея. Давайте, я не знаю, батарею, наверное, улучшим. Батарею улучшим. И вот эту. Все, наверное, пока что. Так, следующее задание. На второй день. На второй день, да. Учитывая, что скоро им на помощь прибывает еще одна дивизия, можно надеяться, что мир и стабильность вернутся в регион. Ну не помню, гробы так минует. Куда? Не забирай с собой. Я так и не смог найти ответ. И все-таки смерть приходит. Рано или поздно. Когда теряешь больше 6000 людей за 4 часа, очередная смерть становится просто цифрой. Мой лучший друг погиб, а остальное было неважно. В глубине души я жалел, что погиб он, а не я. Погибшие отдали все свои долги. А живые должны платить по счетам. Сегодня мы прощаемся с рядовым Уильямом Робертом Айрнсом. Ух, сколько пафоса. С которым было честью для меня. Суть так. Жизни в том, как сильно она влияет на жизнь других. Это меня трансформирует. Рядовой Айренс останется для нас одним из лучших. Кожа на глазу заплавилась. Или что-то... Или из меня киборга сделали? Что за интригу задеяли? Арлингтон, Вирджиния, США. Вирджиния! Щит, Авердлайф, стимуляторы. Щит. Его будет помнить семья. Друзья. Соратники и народ Америки. А чё с погодой? Чё тень какие-то? Чё такие грустные? А где виновник торжества? О, подождите, это же этот актёр. Блин, а как же его зовут? Я уж не помню. Вот даже его в игру вписали. Хотя, может быть, эти лица все сделаны по чьему-то образу. Так, руки нету, ага. Культя. Вот тебе и война. Ну-ка, давайте-ка еще раз посмотрим. Да ты иди. Знаешь, ты своих не бросай. Вот, подождите. Тебе нужно простить рядовой Митчелл. Я Джонатан Айронс, отец Уилла. Мистер Айронс, мы скорбим вместе с вами. Я уверен в этом. Ничего лучше. Да, забыл, что за актер-то. Это ужасная трагедия, сэр. Не просто ужасная, сержант. Ненужная. Сынок, я хочу дать тебе второй шанс. Да, давай. Митчелл уволен в запас. Его раны. Я знаю о его ранах, сержант. А что узнать-то? Видно их даже. В Атласе есть протезы, которые появятся в армии только лет через 20. Уилл говорил мне, какой ты солдат. Ты заслуживаешь место в армии, которое достойно тебя. Я лучший, правильно? Подумай. Уилл не мог умереть зазря. Сержант. Либо я лучший из лучших, либо лучший из худших тогда уже. Вот то, что я лучший, точно. Ну. Мастер, вы все знаете, что делать. Все по местам. Джокер. Ты что, в Бэтмене был? Батарея.
Ага. А что такое? Не берется. Ладно. Так, Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Да без проблем. Как это бесшумный? Что он? А, это глушилка. Да ты-то куда встаешь? Из туалета вышел. Мы спасательная команда Атлас. Можете назвать его? Окей, пожалуйста, пригнитесь и держитесь поближе. Ладно, сынок. Вот тебе санузел. Атлас 01. Отходите к северной. Вредитель. Да блин. Все. Один за один патрон. А вот нет. Подождите. Вы понимаете, что ваши гранаты тут вообще никак? Да тише, вы, тише, тише. Пошли, пошли. Вот так. Хоп. Ва! Если так показывают. Ага, вот он, вижу. А что, не будем? Валить их. Бежим, бежим, бежим. Предательство ожидать. Атлас 01, транспорт на подходе. Пошли, пошли. Давайте, давайте. Что-то рука глючит. Не понял. Болван. Ты покойник. Спрос. Отказ техники не оправдание. Пипец. Лучшее оружие у тебя между ушей. Работай. Перезапуск снимаем. Все вернутся на стартовые позиции. Блин. Ладно. Это все его рука. Я знал, что рано. Эта рука стоит больше, чем все, что здесь есть. Как там мой мальчик?
набирает обороты. Ладно, работайте. Это отличный солдат. Конечно. Грустно, когда армия отказывается от таких людей. Прыгай, устрою тебе тур. Влезай в джип, Митчелл. Входим. Ну, да я стараюсь. Куда едем-то? Ну, куда вы меня тащите-то? Вы мне хоть скажите, намекните. Пальцем покажите сторону. Джокер, мы везем Митчелла в лабораторию. Подготовь симулятор. Будет сделано, босс. А, войны не будет. Окей. То, что ты видишь, новейшее оружие. У Атласа самая большая армия в мире, но мы не служим никакой стране. Мы не правительство и не скрываем своих возможностей. Мы не политики. Мы сила. Суперсила для найма. Да, быть не может. Ого, ничего себе танк. Шагающий. Сила — это не только разрушение. Атлас создал целую инфраструктуру Кореи, Сьерра-Леоне, Нигерии. За несколько лет мы делаем то, на что у властей уходят годы. Суть в том, что часто мы более эффективны, чем те, кто нас нанял. Мой сын в этом убедился. Ух ты, это... Митчелл. Что за болотники там стоят? Знаю, ты здесь не ради денег. В этом ты очень похож на Уилла. Теперь займись рукой. Ну, пускайте меня быстрее. Пока! Ладно, сюда. Мишки Гамми нас рассмешат забавными прыжками. Вообще-то это 90-х игра, это должен быть Call of Duty 1 или 2. Ты нос не забирай. Ага, ползет. Муар. Черный муар. А куда мы идем-то? Вот ты как-то идешь деревянно. Мы разработали два типа экзо, штурмовые и специальные. У каждого есть основные и дополнительные функции. В штурмовом есть усиление прыжков и пищалки для работы с толпой. В специалисте, что сейчас на тебе, встроен щит, есть функция овердрайва. Техники подержу. Почини эту штуку и иди ко мне. Хорошо. Здравствуйте, Митчелл. Посмотрим, что там с этой рукой. Давай. Пожалуйста, подойдите сюда. Пройдите и понесите руку на стол. И... Господи, выглядит страшно. Такая игла. Да. Сейчас прогоню несколько тестов. Попробуйте пошевелить рукой, пожалуйста. Ну все. Чуть-чуть подстроим. Подождите. Конечно, корректируй. Хорошо, еще раз. Давай. Ха-ха-ха! Я вижу, в чем проблема. Ну, сейчас я пальцы в сторону ушли. Еще раз, пожалуйста. Так, разжал. Сжал. Ладно, все в порядке. Но прекрасно. Я советую еще немного повозиться, чтобы все откалибровать. Ладно. Я забыл, приду к вам еще, Пилюлькин. Не забывайте меня. Так, где хмырь? Мы на стрельбище? Кто так ходит? У него штурмовой экзо. У бедолаг не отмешивается. А чё, почему? Ну давай. Хоп-хоп.
Щит у него. Как дал бы щитом. Что бы там ни было, этим можно ударить. А учитывая, что у него железяка по-любому там есть, по зубам, да железякой. Ой-ой-ой, извините, отвлекся. Берем оружие. Или что, или мне там дадут. Давайте. Ну? На твоем экзе установлен овердрайв. Используй его, чтобы получить тактическое превосходство. Батарея овердрайва садится очень быстро. Используй его с умом. Сейчас выключу. Понятно. Когда будешь готов, займи позицию. Где я должен занять? Есть персональное место или что? Мичел, начинаю тренировку. Первый раунд. Смотри, куда стреляешь. Ага, все понял. Мне только по красным должен. Используйте овердрайв. Вон оно что, Михалыч. Замедляет. Это N. Второй раунд. Используйте овердрайв. Где еще? Третий раунд. Дают там мать. Ничего страшного. Так. Тренировка завершена. Оценка хорошо. Видишь? Это неплохо, а отлично. Теперь метание гранат. Нужно потренироваться сразу. Давай. Метание гранат — это очень хорошо, это мне пригодится. Почему вот эта игра вышла? Хорошо. Возьми гранаты и давай на исход. Ты можешь переключаться между типами гранат на ходу в зависимости от цели. Включи пульт. Ага. Кидай сенсорную гранату! На. Выстрели сквозь стену, чтобы поразить те мишени. А. Переключись на Эми, чтобы уничтожить дроны. Так. А как переключиться? Вот так. Понятно. Зажимаем Q. Смарт-гранату и держи прицел для наведения. Так. Световая Эми, сенсор, свет. Я даже не знаю. Подожди. Подождите, где тут взять можно? И нажмите F для выбора гранат. Контакт. Осколочная. О, смарт. Блин. Хорошо. Повторим, теперь всерьез. Сложно так. Начинаю тренировку по метанию гранат.
Давай. Пользуй сенсорную гранату еще раз. Давай. На. Тренировка завершена. Оценка удовлетворительна. Сойдет. Удовлетворительно, это неплохо. Пошли. Пойдем симулятор еще раз. Давай. Демонстрация Экзомарк 3 начнется через 5 минут. Атриум. Всех завалим. Даже, правда, не думаю, что... Давай, Калич. Айронс будет наблюдать за тобой. В этот раз веду я. Собирайся. Да я уже собран. Давай вот это поменяем. Забирай свою выкладку. Да я забрал уже. Пошли давай. Джокер, мы поднимаемся. Переключи симулятор в режим штурма. Вас понял. Мы готовы. Подготовка режима штурм. Запускаю симулятор. 3, 2, 1. Старт. Я веду. За мной. Вот и они. Прими. Используй овердрайв. Тихо. Не. Тактических гранат не осталось. Блин. Может, я не то снаряжение взял? Старт. Я веду. За мной. Вот и они. Прими. Используй драйв. Тихо. Спокойно. Где, где, где? Кто где? Вот здесь за горшком должен быть один. Штурмовать. Еще кто? Ага, штурмовать, давай. Так, вывести его надо, да? Мистер президент, мы здесь, чтобы спасти вас. Ваш идентификационный код? Альфа, Зулу, Танго. Код принят. Держитесь за нами. Вперед! Атлас 01. Внимание! К вам направляется большой отряд противника. Дроны! Какой-то Эли!
где тут? Митчелл, используй штурмовой дрон. Давай. Конечно, продолжаем. Блин, только что их всех. Смотри, как отделал. Сейчас мы выведем его. Пророк, мы приближаемся к северной подъездной дороге. Нужна немедленная эвакуация. Вас понял, Атлас 01. Транспорт на подходе. Хоп. Вот так вот. Уехал. Блин. Беги, 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 беги. Ну все. Я молодец. Похоже, теперь у нас есть оператор. Он скоро будет, сэр. Он готов к реальной работе. Отлично, сынок. Я рад, что ты в Атласе. Давай, надо было другой рукой тебе пожать, чтоб раздробил твою ручку-то. Так. Улучшение. Да что это, сопротивление снижает урон от взрыва на 25. Тактическое. Конечно, тактическую возьму. Все. Пока что. А. Броня. Обнаружение. Активирует обнаружение гранат. Давай. Это мне может спасти жизнь. Следующее задание. Конечно. Итак, расскажи-ка мне, что у нас за задание, потому что это была тренировка только. После Кореи я думал, мне не подняться. Айронс дал мне цель, ради которой можно жить. Но войти в дверь — это первый шаг. Потом надо доказать, что ты пришел не зря. Первый шанс я получил через 2 месяца. 12 часов назад на научно-техническом саммите в Лагосе был взят в заложники премьер-министр Нигерии Самуэль Абидойя. Мы считаем, что это дело рук КВА, террористической группировки, которую финансируют бывшие чеченские сепаратисты. Местонахождение и личность ее главаря по кличке Аид по-прежнему неизвестны. Хотя причины похищения не ясны, оно явно продолжает серию приписываемых КВА нападений, имевших место в течение последних лет. Ваша задача – войти в контакт с командующим спецслужбами капитаном Аджани и обеспечить немедленное освобождение премьер-министра. Хорошо. Они думают, что умеют освобождать заложников. Мы покажем вам класс. Сделаем. Велись, Салави. Да погоди еще. Нет синхронизации. О, муха. Так. Есть.
впечатляющие штуки. Ух. Не влюбись в эти игрушки. Все равно дело не в них, а в солдате. Нет? Леон, мои люди на местах. Как сказать? Мне вот нравится такая игрушка. Через 5 минут. Хотел бы с таким же разрешением и качеством иметь ее при себе. Старайся не угробить нас, салага. Вас понял. Забирай. Муха-цикатуха. Ну, это неплохая игрушка. Жалко, такой в реальности нет. Это начинается человек-муравей, человек-стрекоза. А тут просто муха с камерой или летающий глаз назвать. Трафик. Лагос, Нигерия. Тип скелета, специалист. Щит, овердрайв, магнитные перчатки. Что у тебя? Щит. Пошел сигнал с дрона. Магнитные перчатки. Вас понял. Давай. Муха сама летает? Подходим к зданию. Сама летит. У нас гости из КВА. Южная комната, второй этаж. Защищайте дверь. Продолжаем движение. А говорите, бесполезная штука. Впереди конференц-зал. Смотрите, какая штука. Полезная очень даже. Это премьер-министр. Босс, смотрите, кто с ним. Наш приоритет премьер-министр. Какая-то карточка на полу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, что я к нему не приблизился. А то бы он бы меня тоже прихлопнул муху, как муху. Всем-всем мы можем идти. 3 минуты до рубежа, Альфа, отчет пошел. Если мы ударим, они убьют премьера. Они все равно его убьют. Мы да. Его вытащим живым. Давайте поживее. Если ничего не делать, то и шанса не будет. Ой, я даже не знаю, что такое. Покажем им, на что способен Атлас. КВА слишком долго терроризировал регион. Пора им намекнуть. Пожать руку премьер-министру, и весь регион будет мой. Возьмите его живым. И помягче. Давление? Ну как я? Давление. Удачи. Попробуем. Заперто. Митчик. Заперто. Все, отперто. Мои люди на позициях. Без команды не стрелять. Понял. Двинулись. А у меня нету этого, да? Летающего штуки. Мои люди на позиции. А как мне туда? А, вот, вот, подождите. Хоп. Давай. Хоп. Хей, хоп. Интересно, это мою электронику оно там не порушит на руках-то. Ага. Так. Поднялся. Мичел, готовь глушилку. Ну, давай. Это какой-то замедлитель времени, что ли. Ксюша. Небольшой. Падаем, падаем. Не вижу пока еще никого. Ком
комната заложников в 100 метрах. Сюда. Ага. Вы сами всех убили. Чисто. А чё вы похожи как бомжи-то? Как я буду вас определять-то, где вы, где не вы? И... Что это было? Так. А как мы? Что-то я не понял, это я убил, что ли, заложника? Я не понял, что сделать она, как, что они стреляют? Они собираются казнить заложника. Почему они стреляют, а как я должен, что сделать-то, понять не могу. Начинаем выступление. Посвяти Вергон своим жизни, чтобы отметить или снять. Давай. Они собираются казнить заложника. Давай, я уже все кнопки жму. Что за херня? Начинаем выступление. Ладно, Мичел, ты будешь нашими глазами. Разведка засекла человека. Уберем их вместе. По твоему выстрелу, Мичел. Да, блять. Начинаем выступление. Ладно, уберем их вместе по твоему выстрелу, Мичел. Давай. Враги отмечены. Уберем их вместе. На. Блин, кое-как. Все цели уничтожены. Пока всех не отметишь. Группа Атлас, всем стоять! Идиотизм. Похоже, Аид смылся. Это не наша проблема. Митчелл, охраняй клингеров. Давайте освободим. Они убили всех заложников. Ученых с нашего саммита. КВА были нужны они, а не мы. Аджани. Что? Что? Люди видели их в фургоне. Цвет. Какой цвет? Белый. Где он? Что? Уходит из центра. Отлично, пошли. Альфа, на вас периметр. Сэр, вы в безопасности. Спасибо, солдат. Все. Пропусти меня. Ну и... 2-1. Камера засекла белый фургон на Independence Road к юго-западу от вас. Понял. Куда-то я бегу-то. Чёртов час. Огня не гори! Уходи! Ой-ой-ой-ой-ой! Ах! У них пулемет.
Ага. Убирайтесь с дороги! На крыше автобуса враж РПГ! Брось в них сенсорную гранату! Ой-ой-ой. Все? Что-то не понимаю маленько. Так, сойдет. В кого вы стреляете? Где вы их находите-то? Ну как вы их находите? Вы что, специально что ли это придумали? Тихо. Так, что нам надо продержаться или что тут надо сделать? Там? Продержались. Чисто. Пошли. Пошли. Мне бы восстановить бы мои гранаты. Вас понял. Что? Половина клика это сколько? Что-то поджарилось где-то что-то. Ага, у меня с патронами проблема. Намечается. Так. Пора узнать, что это за штука. Не то. Подожди, подожди, подожди. Где он? Все. Каким он, ой, кто там так разговаривает с ужасным акцентом? Сюда. Иду направо, быстро. Ой-ой-ой-ой. Вверх по лестнице. А чё? Меня... Никто не предупредил. Турель укреплена.
Никто не предупредил, что тут это меня встречают. Блин, ладно. От машины надо было убегать все-таки. От машины убегаем. Вот так вот. Ко мне еще бежит. Все. Давно бы так его. Турель укреплена. Нужно обойти ее с фланга. Давай обойдем. Митчелл, заходи с фланга. Найди ублюдку за спину. Сойдет? Отличная работа, Митчелл. Вот так. Забираемся. Надо перебраться через эту стену. Да в легкую. У меня же эти магнитные перчатки. Давай, а тут люди живут своей жизнью. Подожди. Иди через улицу. Хоп. Не раскатали в лицо. Блин, собака! Собаки, реально, реально собаки, смотрите. Чего у меня тут? Чуть не раскатали в лепешку. Ну-ка давайте посмотрим, что это за оружие все-таки. Что-то не понимаю маленько. Против чего оно должно действовать? Митчелл, за мной. Пойдем. Сюда, Митчелл. Грузовик в зоне видимости. Когда прыгаем? Вижу. А, черт, не могу прицелиться. Да пошло оно все. Начинаем. Вот так. Вау! Уничтожь джипы! Готовься к прыжку! Гидеон, мы вас не видим! Преследую цель! Идет на юг по шоссе! Найди транспорт и за мной! Вас понял! Держись ближе! Подожди, 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 тяни, 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 тяни меня. Вау, вау. Меня чуть не раскатали. Еще разок.
На. Ну да, мой. Только не той рукой-то бью-то, конечно. У меня рука-то механическая, другая. И прыжок. Пошлите меня. Я говорю, пошли вы. Блин, давай опять заново тогда. Увлекать. Это был увлекательный аттракцион. Опа, мимо, да? Не попал. Естественно, я тебе ничего сделать не смогу. На. Выламывай. Вышвыривай. Вот так. Адьос, амигос. Вражеский вертолет, сбивай! Да ты чё? Я... Опа, висим. По-моему, видео я смотрел, даже если ничего не делать. Он все равно как-то там сам что-то сделает, я уж не помню. Видео где-то есть. Вот про этот эпизод. У какого-то там блогера. Ну, я экспериментировать не буду. Спасите ученого. Задание. Ну давай, я плыву же. Блин, а как мне плыть-то еще? Как? Ну плыву. Я как должен-то? Давай. Спаси его. Он там хоть? Эй, вот так, блин, а я же в это в железяке в этой, как я вообще плаваю? Должен на дно идти, причем активно. Давай. Задание выполнено. А как я-то выбрался? Историю умалчивал? Эй, историю умалчивал. Отдохнем, когда я скажу. Пожалуйста, скажи мне, что он жив. Да прекрати ты, он дышит. Как это? Элизиум. Какого черта? Фильм есть, там такие же экзоскелеты. Мне плевать. Это решать большим шишкам в штабе. Тебе что, мало платят, Аджани? Вы сделали все, что обещали. Господи, вот он. Ужасный акцент. Атлас. Ты молодец, Митчелл. Это я знаю. Я супер. Супер-пупер. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну, и увидимся в следующем видео. Пока!